Вообще, вот, ну, вот это модно. Что тебе показать? Покажи, что, расскажи что-нибудь. Был в Обинске? Прошу, тут вопрос, видишь? Нет. КПС тоже в Сочи летит тебя. Меня в Сочи не надо искать, никто не будет меня искать. А я в Сочи буду. Если только искать только другую свою судьбу, другое свое счастье. Спасибо вам огромнейшее. Так. Мост Крымский. Понравился тебе мост? На самом деле ничего обычного, такого сверхъестественного там нет. Все обычно, скромно, просто. Все, огромное вам спасибо. Дай Бог здоровья. Всего доброго. Так. Ты со Ставрополя? Да, да, со Ставрополя. Ну, не со Ставрополя, город Невинномысск. В Краснодаре или Ставрополь? Я не останусь ни в Ставропольском крае, ни в Краснодарском крае. Я в скором времени буду совершенно в другом городе. Пусть они напишут, какого цвета у меня сова. Хорошо. А здесь дорого, где ты сейчас? Я вам так скажу, на самом деле нигде не дешево. В любом случае нужны везде деньги, если кто хочет отдыхать. Буду заходить в прямой эфир. На самом деле в последнее время не хотелось заходить мне. Одни и те же вопросы мне просто задавали. А я не хотел по этой теме выходить, общаться. А сейчас уже любую другую тему готов с вами обсудить. Кому что посоветовать. Может быть, мужские какие-то секреты вам рассказать. Расскажу, выдам вам. А знаете для чего? Для того, чтобы вы потом делали какой-то вывод и соображали, соответственно, по-другому думали. Вообще относились к мужчинам, допустим. У нас же своя логика, у вас своя логика. Единственное, у меня чаще всего смотрят девушки. Сейчас вам покажу. Могу вам сказать девушкам. Умейте ждать, умейте любить, будьте достойны, не подпускайте к себе каждого, потому что вы чем больше себя растрачиваете на других, тем больше засоряете душу и тело, и потом вам от этого будет хуже. Живите достойно. Можно вам могу сказать, а? Давай, кто угадает, какого цвета у меня сова, надо. Почему вы не... Сейчас вы такая пара. Да, были, ничего не сказать, нормально, все четко, так. Почему вы не можете? Нет. Какого цвета у него собака? Так. Сова. Сова. Сова какого цвета? Правда? Везде нужны деньги на отдых. Отвечаешь. В директ на самом деле очень многие пишут. У вас женский пол. Не отвечаю. Сейчас у меня другие цели и ценности. Сначала я, наверное, реализую себя прям полнейшим образом. А потом я, если Господь мне даст возможность встретить ту самую, женюсь, конечно, и детишек буду их уже обвинять. А я о проекте все уже забыл, мне не интересен. Даже если бы уже позвали, я бы не хотел бы туда уже, честно. Сейчас просто другая работа. Так, молодец. А, кстати, от него с этой темы. Вот, не хочет он ее... Нет, каждый раз одно и то. Вот я же из этой дури, поэтому не хотел заходить сюда, расспрашивать меня, что, как, почем, зачем. Я не хочу. Не хотелось бы обсуждать эту тему. Хватит. Вот умнички пишут, кто классно, станьте от него. Блин, вот умницы, умницы. А, так, ветер сильный, сейчас ветер уже закончился. Ну, немножечко поддувает. А ну покажи сову. Как они будут угадывать, какого цвета у тебя сова? Так, ты знаешь, как сделаем? Кто подпишется к Михону на страницу и отошлет ему смайлик сердечко, он выборочно подарит тому вот такую розовую сову. Девочка, тебе жалко, что ли? Покажи, ты покажи сову. Вот она. И все. Так, такой, короче, будет розыгрыш. Что тебе больше всего нравится в девушке? Что не приемлешь? Не приемлю, наверное, поведение гулящей, которая не уважает ни себя, ни свою семью. Такое не приемлю. И что больше всего нравится? Порядочность нравится, честность нравится. Это чтобы девушка была достойна. Я повторюсь, это второй раз я сегодня это говорю. А проститутки, они везде есть. Простите меня. Самой французский. Ну как, не страшно? Четко, сочно, мощно? Страшно? Так,
на лошадях катается. Долго ехали на отдых? Нет, не долго ехали, я за рулем ехал. 15 часов! Да что ты врешь, Серега, 1,5-2 часа ехали максимум. Но сейчас нужно... Да нет, что я, так скажу, я после других обрезгую, хватит. Я могу, мог, знаете, до отношений этих я вообще хотел себе девочку найти, ну, чтобы не тронутая была, так вот скажу. Хорошо. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо. Сикснайна слушает. Так. Сикснайна слушает. Да, нет. Хотел себе девочку найти. А потом, ну видите, из-за любви как-то все перебивается, готов простить прошлое. Но сейчас понял то, что не хочу себе грязь находить. Хочу вот найти себе чистую, как эта река. Да? Прекрасно, да? Давайте набираем на моем аккаунте. Да. Почему ты эфир сохраняешь? Я эфир не сохраняю. Катя, ну так, розовый, сколько ему лет? Сколько тебе лет, Михон? Мне 11. Я катался сегодня на лошади, да, немножечко. Но я жду сейчас друзей, приедут. И мы нормально отправимся в поездочку по местности. Я обязательно сниму это на видео, вам покажу, какая красота. Немножечко вас подразню. Так. Правильно сделали, что не вместе, тебе нужна другая. Так, в библиотеке ищи. Не, в библиотеке я не буду искать, я считаю, мне Всевышний пошлет. Главное, самому достойно сейчас жить правильно, чтобы такая же рядом и была. А, вот и все. Так, у тебя душа чистая? Нет, у меня душа на самом деле очень грешная. Очень грешная. И, наверное, все-таки в жизни вот так бывает, тяжеловато, больно из-за каких-то моментов. Но все равно я верю в то, что Господь меня любит, и Он мне дает много, что я у Него прошу. Слава Всевышнему Господу за все. Монашку ищи. Ребят, я найду себе, вы не переживайте, когда время придет, найду. Я 10 лет вас возведет без Новороссийска. Молодец. Влад после эфира выберет рандомного подписчика. Ты прям порядочный. Я не говорю, что я правильный, я не говорю, что я честный, это чистый какой-то душой там, либо телом. Я наоборот говорю то, что я очень-очень грешный и очень запачкан этой жизнью. И для этого я уже осознал, поэтому, наверное, я и прихожу к семье, потому что я уже многое осознал, я ценности. Вот я сейчас даже отдыхаю, я с племянником нянчусь там, с мелким, мне так нравится. Я хотел бы со своими детьми так, я хотел бы со своей женой так путешествовать. Хотел бы все показывать ей, такую красоту, понимаете? И хотел бы жену, которая будет и в горести, и в радости с тобой. Тяжело, но бывает тяжело, будет она рядом и любить одинаково, независимо, есть у тебя деньги или нету. Есть деньги, хорошо, нету, заработаем, время, всегда. Сейчас, слава Господу, все хорошо. Так что, девочка, он хочет, а сам-то достоин ее. Блин, я же говорю, сейчас, наверное, не достоин пока, надо чуть-чуть пожить честно и чисто. Ты мне себе спасибо. В Москве будешь жить, да? Я вам не расскажу пока что. Блин, ты когда был в Краснодаре, я хотела приехать из Абинска и сфоткаться. Ну, приехали бы сфоткались. Как отдых проходит? На Дом-2 пойдешь? Нет, ты уже готов. Честно, в душе готов. Но понимаешь, что еще чуть-чуть. Не знаю, что ты? Я читаю тут. Определенный опыт учит нас жизни. И мы становимся мудрее. И приходим уже к тому, что хотим семью и так далее. Да, я очень хочу семью. Не, мама хочет уже деток. Поэтому хотим пополнения в семье. Но только от жены. Так, просто время, Влад, да. Ты зачем Катю оскорбляешь? Слышь, ее тем, кем не является. Я никого не оскорбляю, я вообще ее никак не трогаю. Она сама покажет, кто она есть, и показывает. Так, сюда ты говоришь красиво, хорошо и правильно. Покажи на деле. На деле показываю. Замечательный человек. Можно познакомиться. Ты меня поднимал, а она прощала тебя. Я очень, честно сказать, нехороший человек. Не нужно было меня прощать. Так, можно познакомиться. Ты меня поднимал, можно на дом. Не, на дом 2 не пойду. Смотрите, пришел домой. Ай-яй-яй, да? Возле дома.
Какая разница? Гостиница. Сейчас. Лягу. Сейчас. Глаза видите, какие у меня в горах. Правда, на синяках. Не выспался. Лежишь, вот такая панорама. Вон плавают. Кайф, да? Хлопцы. Здравствуйте. Сколько у меня подписчиков? Напишите. Мало. С кем общаешься? С Дома 2. Азаха есть, Блюмом нет-нет. Катя супер, стой на месте. Сколько хочешь детей? Мальчики, девочки? Я хочу троих. Хочу двух сыновей, одну дочку. Покажу лучше природу, показал. Голова кружится. Ты где, в Архизе? Тут на одной базе. Ты где? Так, ты очень достойный парень. Всегда приятно за тобой наблюдать. Удачи тебе и встретить девушку хорошую. Спасибо вам огромнейшее. Дай Бог, чтобы так оно и было. Покатались на лошадях. Я немножко проехал, мелкого прокатил и все. Как база называется? Не знаю, Мухтара. Мы всегда здесь отдыхаем. Ты пустослов, это сразу видно, люди меня любят. Красиво очень. Йоу, как твои глаза, цвет воды. Еще когда, знаете, была бы нормально, у меня борода густая. Черненький. Глаза светленькие, под футболку, да? Привет из Украины, привет в Украину. Передай, пожалуйста, Зареме привет, она вас смотрит. Зарема, привет. Когда мужчина оскорбляет девушку, он уже недостоин. Вы о чем? Правильно, не нужно оскорблять, не нужно руку поднимать, правильно. Я совершал такие ошибки, признаю. База исправился. Называется Влада. Больше не буду в Краснодаре жить. Кыргызстана, привет в Кыргызстан. В Иркутск приезжай, на Байкал. Нет, конечно, если приеду, то когда-нибудь в жизни, если нужно будет, на Байкал. Так, глаза твои нравятся, прям как бирюза. Спасибо большое, огромнейшее. Изменяешь в отношениях? Нет. В отношениях не изменяю. Бороду отрасти. Затонирую, братка. Блин, была борода бы нормально отрастил бы. В Печере много красивых мест. Да нет, Архыз и Домай. И Домбай. Передай привет Светлане. Привет Светлане, ты недостойный тем, что ты свою любовь выставляешь. Он отбеливал зубы, да. Да, почему решил? Потом по аптекам бегал. Переехать, потому что, ну, я в Краснодаре хотел семью, и поэтому я там жил. Ну, потом у нас не получилось, и я уехал оттуда, все. Так, тебе нужно свои эмоции держать при себе. Согласен, мне нужно контролировать эмоции. Я очень эмоциональный человек, я с вами согласен. Бакал, ну, да. Ищите его в невинномыслие. Очень красиво, в Краснодаре твоя... квартира. В Краснодаре была моя квартира, да. Была. Моя есть, моя квартира. Нельзя мне сказать девушку, с которой жил. Мирно. Все, расстался, не трогаю больше. Все. Боже мой, что за комментарии. Ты слишком эмоциональный. Согласен. Все, борюсь. Поборол себя. Больше не эмоционирую. Спасибо большое. Дела отлично, прекрасно. Вот так вот лежу. Такой вид. Кровать. Напротив еще. А кажется, как будто зеркало. Скажи, я сейчас... Я вам скажу то, что сейчас я очень достойно себя веду. Очень. Я по-прежнему один и сохраняю целомудрие сейчас свое. Это в Архизе. В Архизе. У меня нет девушки, я свободный парень. Ну, или вы не сошлись характерами. Мы разные люди абсолютно. Все. А ну прими это просто. Неужели вы не помиритесь? Я говорю, нет, не помиримся. Нет. Прими на 5 секунд. Да не буду, ну зачем? Сколько дней там будешь? Не знаю, сколько дней. Фигня у тебя высветилась. Подожди, не нажимай. Здесь такая. Сейчас нажмешь, садишься с кем-нибудь, нахрен. Мы завтра уже уезжаем отсюда. Завтра, да, наверное, вечером едем. Архыз находится в горах. Архыз находится в Карачаево-Черкесской республике. Здесь находится. Я просто гений. Архыз. А у Михончика видели кепка? Сейшел. Он мне привез. Да. Так, люди, ну хватит ему писать в его эфире про Катю. Они расстались. У них разные дороги. Совершенно верно. Совершенно верно. Дай бог, чтоб наши пути не сошлись никогда в жизни. Кто красивее, вот напишите. Я, естественно. Детей хочу. Так хочу детей. Где моя та самая, которая будет до конца с моей любимое блюдо у тебя спрашивает.
Да, Катя не изменяла, любит до сих пор, все плохо. У тебя любимое блюдо? Перестаньте херню такую писать, пишут у тебя. За меня что написать? Что он за меня написать может? За меня плохого, что можно написать, я не понимаю. Ничего. Да? Люди идиоты. Я, Михон, я с девчонкой какой-то, кайфую, отдыхаю, может быть. Скажи мне, пожалуйста. Писец. Выскажи свое мнение о Кате и все. Интересно. Малич, супер. Я ничего не могу сказать. Ничего. Пусть она говорит сама за себя все. Я ничего не буду говорить вообще. Яковлева, спасибо. Привет из города Старый Оскол. Привет. Квартиру снял. Оба. Не расскажу. Не расскажу, где что, как снял. Где у тебя дом. Глаза под цвет майки. Да, да. Оба. Так, мальчик маленький. У меня их много комментаторов. Совершенно верно. Гений. Оба красивые. Она что, кайфует, что писал, что она с мужиками. Не я писал. Я этого не писал. Мне прислали видео, как она с мужиками была. Я не писал ничего и сплетни никакие не развожу. Мне прислали видео просто в директ и все. Любимое блюдо у тебя, вон пишут. Сказал, любимое блюдо — моя крошка. И шашлык. Спросила, любимое моя блюдо. Моя пицца, что такого? Слушай. Так, почитай на странице, там и про... И написано, и куча гадостей. Да все, мне интересно, нахрен мне заходить на ее страницу. Пусть живет своей жизнью. 112. Как получить от тебя лайк? Как получить от меня лайк? Напишите мне в директ, поставь мне лайк, я вам поставлю лайк. Все 100, вот 100 человек, бросил. Подпишитесь на меня, окей? Никто никого не бросал, просто сказал, что нужно жить, расходиться и все. И разошлись. Можно я оставлю ссылку? Так, тебя? Мальчик твой родственник? Да, мой родственник. Че это? Дышит. А что, не родственник ты мне? Называйся мне брат. Ты кто мне? Пахан твой брат мне, если. Угу. Ты писал в истории, а сейчас говоришь, что... Нет, я сказал, что я писал. И тут же удалил. Тут же, там она час поставила, а у меня интернета не было. Я сразу хотел удалить. Мы в кафе сидели на Wi-Fi. Там просто в Крыму интернет. Кто не знает, очень дорого там. Не обращай внимания. Влад. Ага, там папарацци за ней ходят в Иркутск. А. Можешь, пожалуйста, отметить меня, пусть они подписывают. Как я тебя отмечу здесь? Обычно, да. Вот здесь написать, что ли, этот? Да. На. Сейчас я тебе сам напишу. По какой ты там? Не-не-не, дай. На. Хлопцы. Напиши быстрее, там ему пишу. Да, 25. Так в истории выставил. Короче, в истории поищи. Давай, все. Ерундой занимаешься? Так, внимание, сколько тебе лет, Михон? 11. 11, уже взрослый пацан. Уже невесту ему можно искать. Ладно, Кирюш, мне говорила 9. Говорила Мишей. Мне да, 9. С Мишкой общаюсь, конечно. Мне 9. Что за глупости тут мне пишут? А сладкий мой, ты теперь в Краснодаре живешь или в Москве? А я не скажу, где живу. Я сейчас нахожусь в Архизе. Муж служил на Байкале, когда узнал, что Катя с Иркутска, сказал, что большинство девушек там не очень и... Сегодня так, я нажарив окорочок. Земляк с Катей. А пахнет вкусно. С тех урай... краев. А, ураев, краев это типа... Ты сказал, что большинство девушек там не очень. Да я уже увидел, что в Иркутске большинство этих. Либо просто, ну, такая аудитория на букву П. Он был, ну, там, в Сочи. Видимо, ну, хрен его знает. Ты был в Сочи, ты спрашиваешь? Она в сторис рассказывала, как ее каждый шаг фоткают. Она в сторис рассказывала, как ее каждый шаг, ну, и снимали. Купил, я вас жду, когда мы поедем. Ты по телефону разговариваешь, Вася неизвестно где. Сметана стоит, все купил. Сейчас остынет, можно невкусно я? Будет. Да я буду пробовать. Да подожди, дай, ну мне же пишут, что у тебя спросят. Вот что это? Что? Спросите у него какой-нибудь вопрос. А? Чай надо? Я думал, уже хоть что, кто-нибудь чай сделал. Шустрый мальчик у меня есть сестра. И, видимо, тебе все присылают привет из Казахстана. Привет, а ей про тебя с отдыха столько... Что всего, у тебя за смайлик? Что с отдыха может прислать? Три пацана поехали отдыхать, один женатый. Отдохнули втроем, покупались, писец, потанцевали втроем вместе. Спали вместе пацанами. Просто вообще отдых. А сейчас я сплю. Вася, брат, Анюта, его жена и два мелких. Да, сейчас приедет Саня. Девчонок у меня туча.
Мне девчонки нахрен сейчас не нужны. Из Румынии привет. Как мальчика тут? Мишка, Катя, добрая. Так. Кто хочет жрать, пойдем. Так, как в школе учился? Честно сказать, учился хреново. Я в спорте в основном был всегда. Мне хвалили за спорт. Так. Да и пусть ей шлют все, что хотят, чем она. Ничем. Даже если я хоть и найду клон, мне вообще ее разницы не должно быть. Так, мальчик, вы классные вы. А у тебя что, много девушек было? Откуда? Что ты говоришь о девушках Иркутска? Вот прям без этого тупые рассуждения, когда сейчас девушка, что она самая лучшая, только сразу... Я и не парафин, я говорю то, что там, ну, я увидел, видел, просто мне же прислали разные вещи. Я порядок, ну, там, приличия никакого не увидел. И, допустим, для меня это не свойственно. Для кого-то нормально, что ты сегодня... Нет, не злость, добрый, обрадуешься. Шлют много всего интересного. А здесь чай будем, да, пить? Нет. А здесь чай заваришь просто, да? Ну, я нагрею. Давай. Давай. Как? Так. Там, да, мы такие же, как с мужчиной. Встречаемся, все нормально. Как-то расстаемся, то у него маленькие страны. Не-не-не-не-не. Я ни в коем случае, я плохого ничего не говорю. Ни в коем случае. Прекрасный человек. Кому-то повезет. Наверное. Поэтому ничего не говорю. Любишь? Не-не-не. Ну как, за любовь не хочу ничего отвечать на самом деле. Но так скажу по-честному. Разлюбить сразу не получится. Если человек действительно по-настоящему любил, то сразу не получится разлюбить. Очень добрый. Сколько у тебя девушек было именно серьезных отношений? Одни. Как ты всего весело отдыхаешь? Вроде кажется, на полную катушку, конечно. Я сейчас отдыхаю и развеиваюсь. Совершенно верно. У меня сейчас предстоит работа, работа серьезная. Я буду работать. И уже будет не до отдыха. Я поставил одну себе цель. Очень серьезную. И дай бог, на нее заработать хочу. Все. И тогда и у вас один. Хорошо. Ты веришь во все говно, что шлют, и она верит. Я не верю, я вижу своими глазами, ребят. Мне не интересно больше общаться. Приветики. Гроз. Если Катя сама и пишет. Алина, тебе зачем это знать? Так, это выбрал. Давайте снимем тему. Вот, а ты любил? Конечно, любил. Как назовешь сына или дочь? Сына назову Мирослав. По-любому. Девочку не знаю, еще не думал, как именно нравится. Не забудь про директ и лайки. Хорошо, я зайду, посмотрю директ. Какое из последних мест, которые ты посетил, тебе понравилось больше? И туда ты бы посоветовал съездить в отпуск в августе? В Крым. В Крым я вам реально советую съездить. Там безумно красиво. Очень красиво. В какой сфере думаете развиваться? Попозже все расскажу вам, узнаете, сейчас начну работать и все. Как тебе в Геленджике? Геленджик отстой, вонючий. Влад, ты где-нибудь работаешь? Я, ну, где-нибудь конкретно не работаю, но зарабатываю, я вам так скажу. Она сказала, что тебе уже... Она сказала, что тебя уже увели. Влад, ты хороший человек, значит, кто-то уже есть. Если даже был бы кто-нибудь или есть... то это никого не должно волновать. Я тебе много чего могу сбросить, и ты тоже поверишь. Так видео, вы что, вообще дурочки, что ли? Вот ты же видел все разных сторон на проекте и так далее. Ты хочешь сказать, что ты за это время все так же не понял, какой она человек? Я верил в лучшее. И закрывал глаза из-за любви к ней, вот и все. Ну, произошло так, как произошло. Наверное, человек. Люди меняются только с чем-то таким серьезным, когда сталкиваются, только потом меняются. Хочешь снова надумывать? Нет, не хочу. В каком районе отдых? В Крыму. В Ялте. Ну, скинь тогда это видео у себя в историю. Зачем мне скидывать какие-то видео? Что за бред? Да ее подруги там снимали. Может, ее подругам прислать. Мне это присылали. Вообще, давайте эту тему не трогать. Мне не интересно, не хочу. Что-то я разговариваю, разговорили меня. Уже много. Ну, а потом разбегать. Да, в Крым надо на машине. Я с Сахалина. Не пойду на машине в Крым.
Амина, он все забыл. Так, то есть, Катя, тебе не хочу. Какие ближайшие планы на жизнь? Работать, заработать денег, порадовать свою маму, создать семью. Все, давайте, одни и те же вопросы. Я вас крепко обнял, поднял, поцеловал. Прекраснейшего всем дня, улыбок на лице. Радуйте друг друга, радуйте себя. И вот такую вам красоту, что просыпались и просто кайфовали. Я пошел купаться в горной речке холодненькой. Позже покажу, чем будем заниматься еще. Смотрите в историях. А, это не мне. Просто на человек, просто оба с... Разница разрушит, так могут ли... Так, а то она... Я нехороший, очень сильные эмоции. Да, ну, наверное, еще все-таки, видите, остаточная дает о себе знать в ренду. У него что-то бред. Да, я изменил все, все дела. Без меня, пацаны, бредятину пишите там. Песня. Все, давайте. Если кто глупцы.